Всем привет, ребят. И у меня для вас офигенная новость. А, значит, у нас прошло 2 месяца с тех пор, как вышел Spintires Mudrunner. И разработчики нам представляют новое DLC. А как они сами пишут, в настоящее время мы планируем выпустить это первое DLC в феврале. Это будет бесплатное обновление контента. Это DLC будет включать самые разные формы совершенно нового контента для игры. Во-первых, он представит совершенно новую карту под названием Долина, которая представляет собой очень обширную карту с большими лесами. Подобно потопу, в базовой игре вы начнете за пределами гаража, и вам нужно будет открыть его во время прохождения. Ну, в общем, все как обычно. Открываем гараж и возим лес. В дополнение к новой карте мы также представим 3 новых мощных автомобиля. Данные автомобили могут использоваться на любой карте, если у вас достаточно разблокированных очков прогресса. Но на карте Долина они будут доступны сразу. Ну, то есть, открываем карту и играем. Все хорошо. Так, и значит, одним из новых автомобилей будет E7429. Вот так вот он выглядит. Кабина от Маза, а внизу вот что-то такое монструозное, большое, мощное. В общем, что он из себя представляет? Очень большой грузовик, 8 на 8, со специальным скрытым талантом, как они его обзывают. Вот очень интересно будет об этом узнать. Мы будем делиться все больше информацией о каждом автомобиле в преддверии выпуска. Вот. Ну, значит, в описании там запасное колесо, прицепы. Единственное, что не переведено и пока непонятно, по-английски звучит как Adventure Trailer Hitch. А вот что это будет такое, пока непонятно. Но, возможно, узнаем об этом дальше. Значит, следующий грузовик, который представлен, это C6317. Вот так он будет выглядеть. Тоже масс, но только уже шестиосный. Значит, про него пока информации нет. Будет 6 на 6 или как там, что с блокировками будет, пока нет. Ну и скриншота можно видеть, что он будет сам себя грузить и будет возить, по-видимому, 3 кузова и 4, я думаю, в дополнительном. То есть всего 7 очей он будет вести. Ну, я считаю, это достаточно неплохо. И последним представленным автомобилем будет А669. Как его описывают, мощный автомобиль 4x4, специально приспособленный к пересеченной лесной местности долины. Вот так он будет выглядеть. То есть, как можете видеть, это луазик. Ну, луазики были очень проходимыми, насколько я знаю. Поэтому, я думаю, будет достаточно интересно. Такие вот дела, ребят. И немного точных характеристик совсем недавно скинули по поводу 7429, самого мощного, самого большого грузовика в предстоящем обновлении Долина. Значит, вот так это все выглядит. Так, E7429 имеет объем бака 800 литров и оснащен полным приводом, а также блокировкой дифференциала. Неплохо. Он может получать до 600 единиц урона. Сразу же будет разблокирован на карте Долина, но на других картах требует 5 очков баланса, когда он будет разблокирован. То есть, как бы, имейте в виду. E7429 является превосходным транспортом для пересечения труднопроходимой местности и может вытянуть любое транспортное средство. Он также может получать любые трудные нагрузки. То есть это было в преимуществах, я понимаю. Из недостатков: у нас очень прожорливый и не самый быстрый автомобиль. То есть будет медленный, неповоротливый, много кушать. Но и бак на 800 литров. Неплохо. То, что ему не хватает скорости, это компенсируется в силе. Такие вот дела. Но в силе не знаю, ребят. 7429. Его, значит, описывают как 470 лошадиных сил. Могу вот вам, кстати, показать неплохое видео по этому поводу. Сейчас мы его запустим. Вот, значит, вот такой вот, обратите внимание, он сначала буксовал, а сейчас включит полный привод и с легкостью сдвинется с места. Я как понимаю, включил полный привод и тут же поехал легко и просто.
А вот слева стоит от него обычный МАЗ. Ну, конечно, блин. На полкабины он больше. Здоровая штука. Значит, чего еще интересного удалось найти про него? Аддоны. Мощное транспортное средство и поэтому несет в себе важные приспособления для спасения автомобилей из труднопроходимой местности. Вот что это, непонятно. Это также самый большой автомобиль, способный тянуть прицепы, что делает его очень полезным служебным автомобилем. И в общем немного есть об аддонах, о самих. Топливная цистерна, все понятно, гаражный полуприцеп, 4 очка перевозит, прицеп для гаража. Прицеп с двумя очками гаража, запасное колесо, платформа лесовоза, прицеп с платформой лесовоза, ремонтный каплет, сцепка, бортовой прицеп. Прицеп, который позволяет перевозить короткие бревна. В общем, вот такая вот новость, ребят. Это пока все. Дополнение у нас ожидается в феврале. Поэтому, ну, буду следить. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать об последних новостях первыми. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И приходите на мои стримы. Будем кататься вместе. Все, всем счастливо. Всем пока.